Hello, everyone, once again. Welcome to this session. I'm very excited to have here today Kirill Zubkov with us, who will introduce his fantastic new book with a talk entitled, a talk in Russian, entitled «Использование прошлого и литературные скандалы. Научное знание и историческая драматургия в Российской империи». Кирилл's собеседник will be Victoria Somov of Dartmouth University. And let us begin with Kirill. Okay, thank you, Ilya. I will try a couple of words in English, as we are having sort of bilingual community, at least bilingual, and then I will switch to Russian. First of all, I am very thankful to everybody who came here, and it's great. Actually, it's I'm astonished that so many people could visit this lecture despite it being late July and probably not the best time for lectures or talks or scientific talks or scholarly discussions and stuff like that. So I'm really thankful. And then I'm also very thankful to Jordan Center for organizing this discussion and for providing me with an opportunity to introduce my new book. And actually, this book was actually finished after my visit to New York, which could happen because of the support of Jordan Center. So I'm very glad that I had such an opportunity. And of course, I'm also thankful to all people who helped me with writing the book. It was extremely important for me, and of course, I would never be able to write this book without the help of so many people. As far as I can see, I just don't have enough time to list everybody, and the complete list, at least as far as I can put it, is in my book. But here we have Yulia Krasnosielskaya present, who actually read the book before publication and gave me some insightful advice on improving my book. So thank you. Now I will probably switch to Russian, and I will try introducing my book and telling about one of the chapters. Итак, здравствуйте. Еще раз повторяю, да, что я очень рад всех видеть. И да, я бы хотел вот сначала сказать пару слов о том, что из себя представляет, собственно, моя книга. Здесь вот вы можете видеть, я надеюсь, вам видно ее содержание, чтобы дать понятие о ее, так сказать, базовой структуре, об основных проблемах, которые есть в этой книге. И вот пока вы, если кто-то захочет, посмотрите содержание, я скажу пару слов о том, о чем вообще посвящена книга в целом, и в чем ее общая, так сказать, установка. Прежде всего, моя книга посвящена тому, как связаны литература и общество в Российской империи времен Александра II. На мой взгляд, этот подход позволяет нам обратиться к очень важной лакуне, которая есть в современных исследованиях. То есть мне кажется, что современные специалисты по русской литературе обычно занимаются двумя основными акторами, двумя основными деятелями. Это, во-первых, автор,
которому по старинной, да, традиции приписываются исключительные творческие качества, да, и который, как иногда кажется из наших исследований, как бы из ничего, да, творит свои произведения. А во-вторых, это власть. Прежде всего, власть государственная. Да, ну и здесь мы можем вспомнить название работы, которое отсылает название моей книги, да, «Сценарии перемен». Это, конечно, сценарий власти, да, Ричарда Уортмана, классическая уже работа. И я, разумеется, не хочу сказать, что плохо изучать авторы и власть, разумеется, это не так, да, это, конечно, очень важные, интересные проблемы, но... Как мне кажется, помимо власти и автора, у нас в литературе было еще кое-что интересное. Собственно, мне кажется, что мы как-то обычно игнорируем, да, общество Российской империи. Либо о нем как бы не принято говорить, либо о нем принято говорить не как об обществе, а как об антиобществе, да, которое вот ненормальное общество, у которого нет каких-то важных характеристик, да, приписываемых часто, допустим, обществу немецкому, французскому, английскому и так далее. Собственно, и вот меня такой подход не вполне устраивает, и кажется мне, ну, недостаточным, да, и в своей работе я бы хотел как раз обратиться к проблеме того, как литература и общество внутренне связаны. Я обращаюсь в первую очередь к драматургии, потому что, собственно, для русских писателей XIX века, конечно, именно драматургия была наиболее прямым способом обратиться именно к обществу, да, к как бы публике, сидящей в зале, а не к индивидуальным читателям. Да. Эпоха реформ тут тоже, как мне кажется, очень, конечно, удобный, да, и хороший период, потому что она позволяет... Ну, потому что это было время, когда действительно различные социальные вопросы волновали самых разных авторов. Да. И итак, значит, собственно, моя книга посвящена в первую очередь тому, как российские драматурги воображали себе общество, да, и как их творческая деятельность коррелировала с другими историческими процессами того времени. Проблема такого подхода, как мне кажется, в том, что он требует учесть множество очень разных социальных институтов. Приходится говорить о литературе, о театре, о цензуре, о критике, как я сейчас объясню, о науке, да, вот, о развитии науки того времени и так далее. И тут нужен был какой-то фокус, да, какой-то центр, который позволял бы соединить все эти разные проблемы. Для меня таким связующим звеном стала история первой литературной премии в России. Это так называемая Уваровская награда, которая вручалась драматургам с 1856 по 1876 год. И здесь, как мне кажется, нужно сказать пару слов о еще одной такой своеобразной лакуне, да, которая у нас, которая перед нами есть, с которой мы сталкиваемся. Да. Это такое своеобразное противоречие. Да. Оно состоит в том, что в наших гуманитарных дисциплинах мы очень часто сталкиваемся с как бы противоречием двух подходов. С одной стороны, это исследование, это публикация новых материалов, да, работа в архивах и так далее. С другой стороны, это осмысление новых данных, рождение каких-то объяснительных моделей и концепций, с которыми нужно работать. И в своей книге я попытался в меру, конечно, своих возможностей преодолеть эту дихотомию. Да? То есть, на мой взгляд, новые как бы, объяснения и новые факты должны не противоречить друг другу, а друг друга дополнять. В этой связи, собственно, моя работа основана на материале, который раньше практически исследователями не изучался, да, практически не рассматривался. Это протоколы, в первую очередь, протоколы заседаний специальной комиссии, которая распределяла награды. Это тексты пьес, большинство из которых совершенно никому не известно, и немногие даже никогда не публиковались. Это отзывы рецензентов, которые писали по заказу комиссии, да, писали отзывы. Это высказывание критиков, заключение цензоров и так далее. Ну, это одна из причин, почему моя книга оказалась в итоге довольно толстой, да, вот к моему легкому ужасу. Я думал, она будет меньше. Да, потому что вот весь этот новый материал нужно было как-то
ну, объяснять, нужно было просто вот давать, да, читать, иначе бы это было совершенно невозможно понять. В то же время меня интересовало в первую очередь не просто напечатать какие-то документы, допустим, старинные, которые раньше которые раньше, допустим, не были известны. Да. Меня в первую очередь интересовало как бы, ну, дать какое-то новое осмысление тем проблемам, которые встали перед участниками, перед людьми, занимавшимися этой премией, перед драматургом. В этой связи я пытаюсь говорить о таких вопросах, как развитие публичной сферы в Российской империи, роль литературы в конструировании публичной сферы, политические функции театра, развитие национализма, историческое воображение в эпоху реформ и репрезентация политического радикализма, нигилизма, да, на сцене. И сегодня я буду говорить об одной из этих проблем, а именно о том, как в Российской империи эпохи великих реформ мыслилось историческое прошлое, и как люди того времени воспринимали связь этого прошлого с современностью. Это вот материал четвертой главы моей работы, да, вот, которую сейчас можете видеть в оглавлении. Да, ну, глава четвертая получилась очень длинная, я, конечно, не буду этот огромный текст как-то пытаться произнести, я постараюсь быть по возможности более кратким. Да. Итак, в середине 1860-х годов случилось сразу несколько событий, которые, на первый взгляд, друг с другом никак не связаны. Сотрудники нескольких университетов в печати обрушились с критикой на Академию наук. Академик Никитенко разочаровался в своих коллегах, которые, по его мнению, были не способны по достоинству оценить литературное произведение. Известный писатель Алексей Константинович Толстой сочинил трагедию смерти Иоанна Грозного, но не получил за нее литературной премии, хотя хотел. А его коллега Островский постепенно перестал быть любимцем литературной критики и начал вызывать все больше и больше осуждений. Казалось бы, между этими событиями нет и не может быть никакой прямой связи. Однако, как я думаю, в действительности связь есть. И все эти события объединяются в связи со сложными трансформациями, которые в этот период претерпевает историческое знание. И просто на эти трансформации они во многом определяют и изменение статуса отдельных организаций, таких как Академия наук или университеты, и изменение как бы, культурных функций отдельных институтов, да, таких как драматургия или литературная критика. И, собственно, многочисленные эпизоды, которые я только что перечислил, стали очень ярким проявлением этих изменений. Меня интересует в первую очередь случай с Алексеем Толстым, да, который особенно примечателен, на мой взгляд, тем, что здесь сталкиваются как раз очень разные институты и государственные организации, и здесь возникают многообразные конфликты. Здесь и конкуренция Академии наук и университетов, и споры между писателями, которые по-разному понимали природу исторической драматургии, и дискуссии в прессе, да, между представителями либеральной и консервативной прессы. И, собственно, отделить эти конфликты друг от друга в ходе анализа, как мне кажется, практически невозможно, потому что они как бы влияют друг на друга, да, эти конфликты друг друга определяют. Различные проблемы очень тесно переплетались друг с другом. Здесь эстетическая оценка литературного произведения, политические споры между столичными журналами и газетами, ход исторических исследований. Они, собственно, не просто были тесно связаны друг с другом. Подчас этими вещами занимались одни и те же люди, которые сами далеко не всегда разделяли эти сферы деятельности. Эстетические, научные и политические дебаты шли на страницах одних и тех же изданий подчас. И действительно, то есть я вот буду цитировать некоторые высказывания и некоторые произведения, но на самом деле очень часто то, что я цитирую, действительно публиковалось на соседних страницах, да, одного и того же журнала, например. И это как бы очень сложно передать, да, вот, в каком-то последовательном изложении, но когда ты читаешь этот журнал, ты действительно видишь, да, что вот здесь новая пьеса, а здесь новый, да, очередной фрагмент какого-то спора, да, о, допустим, Академии наук. Вот, и они просто идут рядом. Русское общество 60-х годов XIX века было одержимо историей. В эту эпоху создавались десятки научных монографий, книг воспоминаний, исторических романов и стихотворений, посвященных прошлому и претендующих на его осмысление.
Разумеется, в стране не остались и драматурги, и многочисленные исследователи уже обращали внимание на засилие исторических пьес на русской сцене этого периода. Изучение описания прошлого человек 60-х годов XIX века воспринимал как обращение к истории, как познание ее внутренней логики, законов и действующих сил. И это нужно было ему не просто из какого-то академического любопытства, а потому что прошлое в сознании людей того времени было тесно связано с настоящим, да, и осмысление прошлого позволяло каким-то образом ориентироваться в стремительно меняющейся современности, да, как раз в том времени, когда проходили так называемые великие реформы. Да. Литература была лишь частью огромных усилий, которые люди этой эпохи прилагали, чтобы понять движение времени и найти в этом движении свое место. Литература и историческая наука, с их точки зрения, подчас должны были разрешать такие общие проблемы, как, например, соотношение вымышленного и достоверного, границы возможности интерпретации источников, возможности уместности аллюзий на прошлое. Для героев моего исследования связи между мертвыми и живыми, между современностью и далеким прошлым были делом далеко не только науки. Власть над прошлым, способность его контролировать предполагала определенную меру ответственности перед ним. И здесь я хотел бы процитировать произведение совершенно не того времени, а произведение современное, да, а именно книгу Марии Степановой «Память и память». Мария Степанова пишет: «То, как легко мертвые соглашаются на все, что мы с ними делаем, провоцирует живых заходить все дальше. Индустрия памяти имеет теневого близнеца, индустрию припоминания и приблизительного понимания, использующего чужую реальность как сырье, пригодное для переработки. Прошлое лежит перед нами огромным миром, годным для колонизации, быстрого грабежа и медленной переделки. Казалось бы, все силы культуры брошены на сохранение немногого оставшегося. Любое мемориальное усилие становится поводом для торжества. Настоящая так уверена в том, что владеет прошлым, как когда-то обеими Индиями, зная о нем столько же, сколько о них когда-то, вряд ли замечает, какие призраки бродят туда-сюда, игнорируя государственные границы». На этом я заканчиваю эту цитату. Вот мне кажется, что на самом деле для эпохи, о которой я говорю, проблематика власти настоящего над прошлым и ответственности настоящего перед прошлым по-своему тоже, да, не менее значима, чем для нашей современности. Разумеется, люди того времени мыслили эти проблемы сквозь призму других категорий, да, не так, как мы. И, собственно, если современные писатели, да, пишут в первую очередь о проблемах памяти, да, то для людей того времени, конечно, главной проблемой было историческое знание, да, было такое историческое познание прошлого посредством исторических исследований. И вот я думаю, это, в общем, довольно важно, да, для понимания того, что происходило и в науке, и в литературе того времени. Новаровская премия, да, о которой я буду говорить, вручалась Академии наук в двух номинациях, да, за пьесы и за научные работы по истории. То есть здесь, да, буквально вот эти два, так сказать, вида деятельности встречаются. Да. Положение Буваровской премии особенно подчеркивало значимость пьес именно на исторические темы. Согласно пожеланиям учредителя премии Алексея Уварова, да, ну, напоминаю, это сын известного министра, да, Николаевского, да, автора доктрины официальной народности. Да. Так вот, согласно пожеланиям учредителя премии, преимуществом обладали произведения на тему национальной истории. Это, конечно, связывало две номинации. Более того, драматург должен был продемонстрировать добросовестное изучение представленной им эпохи, как сказано в положении о премии. Требовало так или иначе соотноситься с исторической наукой, да, изучать эпоху. Несмотря на это, ни одна из поданных на конкурс исторических пьес награды так и не удостоилась. Хотя в числе претендентов были едва ли не все известные исторические драматурги. Это продолжалось до середины 60-х, когда на конкурс поступило произведение, которому, казалось бы, успех был обеспечен заранее. Это произведение – это трагедия Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Да? Толстой к тому моменту был писателем известным и достаточно авторитетным.
Постановка его трагедии на сцене оказалась важным событием в истории русского театра, благодаря тому, что, во-первых, это было благодаря, во-первых, исключительно тщательной постановке, да, и работе режиссера. Это вообще одно из, кажется, первых, один из первых, насколько я понимаю, русских спектаклей, да, драматических, где вот режиссура оказалась каким-то важным фактором его успеха. А еще, да, это во-первых. Во-вторых, за счет того, что именно это было первое заметное произведение, в котором русский зритель мог увидеть на сцене Ивана Грозного. Но Иван Грозный был в то время был фигурой очень спорной и очень интересовавшей, в общем, людей. В общем, сомневаться в успехе Толстого было сложно. Собственно, и театральные критики, и литераторы, и влиятельные члены академической комиссии явно поддерживали пьесу Толстого. Невзирая на это все, награды она не получила. По решению академиков, пошедших, да, вот так, да, я еще раз, да, как бы повторяю, да, что вот это важная такая особенность, что эти премии распределялись членами Академии наук. Да, там была специальная комиссия, да, состоявшая из нескольких академиков. Да. Вот, и вот эти академики, да, члены Академии наук, пошли наперекор общественному мнению. Это, в общем, поразило не только сторонних современников, но даже некоторых членов самой комиссии. И в итоге оказалось причиной скандала, погубившего репутацию варварской премии. Собственно, мы можем примерно представлять, что там происходило, из, благодаря известному документу, благодаря дневнику Александра Васильевича Никитенко, да, который был как раз одним из членов академической комиссии, и который все интересное, что с ним происходило, записывал в дневник. Да. Как известно, дневник занимает 3 толстых тома, так что Никитенко много чего интересного увидел в своей жизни. Да, и вот Никитенко там подробно описывает, что у них происходило на заседаниях этой академической комиссии. Сам Никитенко считал, что Толстого нужно наградить премией, но принять окончательное решение комиссия не смогла из-за интриг и формализма членов комиссии, с одной стороны. И, с другой стороны, из-за поведения известного историка литературы Николая Савича Тихонравова. Тонкость была в том, что академическая комиссия заказала Тихонравову рецензию, да, его рецензию на эту трагедию, а Тихонравов ее не прислал. В итоге академик, там был формальный аргумент, да, что рецензии нет, поэтому награждать пьесу нельзя. Правда, вместо Тихонравова пытался выступить сам Никитенко, который написал свою рецензию и напечатал ее в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Но коллеги Никитенко не любили, пьесу не наградили. Это дело, да, так сказать, о ненаграждении Алексея Толстого премии стало публичным. Об этом, в частности, писала либеральная газета «Голос», которая вообще часто выступала в качестве представителя образованной городской публики. Газета «Голос» обвинила академию в неуважении к литературе и к обществу, которое признало ценность трагедии. С критиком «Голоса» был согласен Феофил Толстой. Да? Ну, кто был критик «Голоса», мы не знаем, он был аноним. С ним был согласен Феофил Толстой, который печатался в «Биржевых ведомостях». С ним же был согласен Борислав Маркевич, да, который вообще-то был сотрудником Каткова и поэтому оппонентом либерального «Голоса». Да, но все, тем не менее, при всей разности между этими изданиями, все они согласились в том, что Академия совершила ошибку. Да, причем интересно, что критики еще обвиняли Академию в несправедливом предпочтении, которое она оказывает Островскому, да, другому известному драматургу того времени, который тоже писал исторические пьесы. И, как мне кажется, тут еще очень интересно, это, я потом к этому вернусь, это важно, на мой взгляд, что критики ошиблись. Дело в том, что исторические пьесы Островского премии не получили, да? Хотя Островский их подавал. Ладно, почему-то критики ошиблись, им почему-то казалось, что, конечно, Академия должна была наградить Островского. Я думаю, не случайно. Никитенко, а также академик Грот, которые были сторонниками награждения Толстого, в целом были согласны с прессой и даже пытались оправдаться в глазах публики. Грот даже написал свое письмо, да, в котором он объяснял, что как раз он-то голосовал за. Но письмо его не напечатали, и так, в общем, публика и узнала, что Грот был за. Собственно, вопрос в том, что же там случилось, да? Почему трагедия Толстого вызвала такой скандал, связанный с какими-то ее качествами эстетическими, и почему это все обсуждалось в прессе, и не в последнюю очередь, почему Тихонравов не прислал отзыв? И я начну с последнего вопроса, да? Почему Тихонравов не прислал отзыв?
Вообще, Тихонравов, надо сказать, был очень успешным рецензентом. Он много раз писал отзывы для Уваровской премии. В основном, правда, он писал отзывы на исторические работы, но тем не менее. И, кстати, интересно, что отзывы Тихонравова, они зачастую больше, чем сами работы, поданные на конкурс. Да, и у него там бывает так, что он, допустим, пишет отзыв, занимающий, скажем, страниц 200. Да? Вот, это, в общем, такое отдельное научное исследование получается. Вот. В общем, Тихонравов был рецензент очень добросовестный, да, и очень хороший. И, как мне кажется, да, и да, когда ему предложили отрецензировать пьесу Толстого, он согласился. Случилось это в марте 1866 года. Но и в сентябре 1866 года он должен был прислать отзыв, и действительно его не прислал. Очевидно, с марта по сентябрь 1966 года что-то случилось, что повлияло на обычно добросовестного московского профессора. Тут надо понимать, кто был такой Тихонравов. Тихонравов был профессором Московского университета, потом он станет ректором, но это еще не скоро. Вот. А в 1963 году, не теряя этой должности, он стал член-корреспондентом Академии наук. И, собственно, как мне кажется, проблема была в том, что как раз он как бы разрывался между этими двумя учреждениями, между Московским университетом и Академией наук, да, в Санкт-Петербурге. А причины тут действительно были, потому что именно в середине 60-х годов между Академией наук и университетами, особенно Московским университетом, разгорелась очень скандальная полемика. В 63-м, дело в том, что, собственно, реформы Александра II затрагивали не только там, крестьян, да, или суды, они затрагивали еще и научную сферу. Да. Собственно, новой империи, которая управлялась по новым принципам, требовалась новая наука. Да. Однако вопрос в том, какова должна быть эта наука. Собственно, именно по этому поводу все они и спорят. В 1963 году российские университеты получили новый устав, который как раз привязал систему преподавания к потребностям современного российского государства. Университеты получили большую степень автономии, и предполагалось, что они будут конкурировать с университетами Западной Европы и поспособствуют развитию общества, национального самосознания и культуры, а в конечном счете, конечно, формированию ответственных жителей нового государства и формирования. Как показали работы историков, в целом университетский устав разрабатывался в рамках исключительной по меркам Российской империи гласности. В обсуждении активно участвовала либеральная профессура, да, которая, они печатали об этом статьи в разных изданиях. Да. И, собственно, даже важнее, чем буква нового устава, оказалось стремление множества профессоров и студентов превратить университеты в общественно значимый институт, который не только готовил бы кадры для государственной политики, но и служил бы формированию общества нового типа. Университетские профессора создавали различные общества, читали публичные лекции, организовали популярные издания, которые должны были сделать науку доступной всем представителям образованной публики, и фактически ослабить монопольный контроль государства над наукой. Большинством образованных людей университеты воспринимались как один из наиболее значимых институтов публичной сферы, наряду с литературными журналами. Да, и это, собственно, судя по всему, это понимал и либеральный министр народного просвещения Головнин, который как раз пытался организовать публичное обсуждение реформы. Да? И, собственно, в результате этого произошла активная дискуссия в прессе, в ходе которой едва ли не впервые в российской истории организации социальной функции науки стали предметом публичного обсуждения. В ходе этого обсуждения высказывались разные точки зрения на роль университета в империи. Либеральная пресса, включая газету «Краевского голос», да, которую, кстати, министр Головнин тайно финансировал газету «Краевского голос», да, чтобы никто не знал, как казалось, да, но тем не менее. Да, вот, то есть голос, видимо, выражал позицию министра. Да. Вот либеральная газета «Голос» была склонна трактовать университеты как источник общественного развития и полагала, что государство не должно мешать этому развитию общества. Да. При этом, собственно, предполагалось, что ответственность перед обществом и научная работа не мешают друг другу, да, и как бы наоборот дополняют друг друга. Журналисты других направлений с этим, впрочем, не соглашались. Консервативная пресса во главе с «Московскими ведомостями» Каткова трактовала ученого в первую очередь как представителя государства, которое формирует общество так, как ему государству хочется. Радикальные журналисты, такие как Пипин и Писарев, вообще не считали важным конфликт между государством и буржуазным обществом и негативно оценивали всех участников этого конфликта, соответственно, и современное положение университета. Ну, можем вспомнить остроумную, очень злую статью Писарева «Наша университетская наука». Университетская наука была, конечно, связана с проблемами посвящения.
И в контексте реформ возникали два фундаментальных вопроса. Кто должен быть, кто должен просвещать, кого нужно просвещать, да? Кто должен быть, так сказать, объектом просветительской деятельности. Первый из этих вопросов, кто должен просвещать, стал одной из причин как раз конфликта университета и Академии наук. А второй оказался связан в итоге с проблемами развития национализма и придал конфликту остроты. Вообще Академия наук в теории не должна была отставать от университета. Император специальным указом требовал составить новый академический устав, так, чтобы, цитирую, усилить ученую деятельность Академии, направив оную преимущественно на пользу России. Вопрос он так и состоял в том, как именно академическая наука могла бы помочь России. Вообще академики и сами были не против преобразований, в первую очередь желали установления связи Академии наук с обществом. В 1963 году они составили проект нового академического устава, который, собственно, это вот предполагал именно большую общественную роль Академии. При этом надо сказать, что некоторые академики, такие как, например, Никитенко, разделяли либеральные идеи относительно общественной роли ученого и ответственности ученого перед обществом. Другая группа академиков не поддерживала курс либерального министра и не разделяла его идеи о связях науки и общества. Да? В том числе в эту группу входил непременный секретарь Академии наук Константин Веселовский. Да? Не путать с Александром Веселовским, да, автором трудов по исторической поэтике. Этот был специалист по географии и статистике. Вот. Веселовский важен для нас тем, что он был главой комиссии, распределявшей Уваровские премии. Вот. И Веселовский и его единомышленники считали науку, в особенности академическую науку, не подотчетной никаким академическим организациям, никаким общественным организациям. И не думали, что да, ученый отвечает за что-то перед обществом. В многом их точка зрения определила проект нового академического устава, согласно которому как наука ни за что, ученый ни перед кем не отвечает. Да, вот он как бы работает на электросистемное общество, но ответственности никакой особой не несет. И этот проект устава был опубликован в 1965 году на страницах журнала Министерства народного просвещения. Министр Головнин предложил обсудить этот проект представителям университета. Собственно, проект подействовал на представителей университетов примерно как красная тряпка на быка. Да. На страницах того же журнала Министерства народного просвещения немедленно начали появляться отзывы комиссий, составленных университетом. В целом отзывы были абсолютно негативны. Претензии сотрудников университетов Академии наук, согласно современному исследователю, да, вот, такой исследователь Басаргиной, вот, у нее есть про эту книгу, она про академическую реформу, и там она пишет что следующее. Главные требования университетов сводились к тому, чтобы труды академии издавались на русском языке, чтобы академики не допускались к профессуре без докторской степени или вообще были отстранены от профессуры. Выставлялись требования публичных ученых заседаний, более широких возможностей для профессуры и студенчества, использования академических музеев, библиотеки и так далее. Вот. То есть, собственно, короче говоря, да, академия должна быть, по мнению университетов, русской, там должно быть поменьше иностранцев. Труды академии должны печататься по-русски. И академия должна помогать обществу и в первую очередь университетам, конечно. Да. В конце 65-го года спор между университетами... Да, академики пытались отвечать. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Там был очень долгий, очень скандальный спор, который в итоге начал обретать черты совершенно чудовищные. Там в итоге были совершенно антисемитские, например, статьи про академиков и так далее. Но я не буду сейчас об этом говорить. В общем, в конце 65-го года спор между университетами и Академией наук начал постепенно переходить в публичное пространство. На странице не специализированных изданий министерств или там университетов, а журналов и газет общей направленности, в то же время перемещаясь за пределы вопросов, собственно, организации науки. Ключевой проблемой в дискуссии стало право научного учреждения на публичную деятельность. Представители университетов считали, что это право как раз связано с ответственностью перед обществом, благо которого как бы легитимирует науку. Да? То есть наука существует потому, что она помогает как бы, обществу, да, несет общественное благо. Общество при этом однозначно идентифицировалось как общество русское. Например, немцам в этом обществе места не было. Преимущественно эта группа состояла из университетских преподавателей, точку зрения которых в целом разделяли сотрудники большинства либеральных периодических изданий. Да, к этой же точке зрения примыкали некоторые либерально настроенные академики. Впрочем, другие члены Академии и известный журналист Котков, и да, его издатели, его сотрудники считали, что научное учреждение не должно быть подотчетно ни представителям общества, ни представителям русской нации. Напротив, Академия представляла государство, которое стояло превыше общественных организаций и национальных сообществ.
Точно так же эти ученые относились и к самой науке, которая, с их точки зрения, не несла никакой, ничем не была обязана ни обществу, ни нации. Значит, сторонники университетов, да, оппоненты Академии наук, объявляли чистую академическую науку накоплением отдельных фактов и деталей, которые не связаны никакой общей концепцией и не нужны ни обществу, ни ученым. В особенности резко такая критика звучала против исторической и филологической деятельности академиков, которые, например, публиковали старинные незлободневные документы, публиковали какие-то словари, да, вот никому не нужные, как казалось, сотрудникам университетов и так далее. Да, в частности, известный случай, да, в русской критике очень резко было встречено собрание сочинений Державина, которое подготовил академик Грот. Да. Собственно, и Грот-то был убежден в общественном значении собственной деятельности, считал, что издавается Державин, это как бы для общества полезно. А вот его оппоненты с этим были не согласны, считали, что Державин никому сейчас не нужен, Державин не современен, и для современного русского общества Державин бесполезен. Да. Вот. Собственно, ну и в итоге дискуссия о обсуждении Державина кончилась обсуждением социализма, коммуны, фаланстеров и много чего еще. Да? Вот. В общем, собственно, то прошлое, которое изучала чистая академическая наука, казалось современникам неактуальным, ненужным. Эта претензия была связана не с какими-то конкретными научными вопросами, а с самим типом отношений между настоящим и прошлым. Публикация Державина оказалась как бы бессмысленным повторением прошлого, а не стремлением к новому. В этом издании критики видели механическое воспроизведение ненужной литературной традиции, да, современного человека ненужной, копание в фактах, ненужных современному обществу. Очень последовательно это высказал как раз Пыпин, да, который страниц журнала «Современник» призвал Грота не комментировать отдельных мест в сочинениях Державина, а, цитирую, обратить свое внимание на вещи более серьезные. Главный недостаток, повторяю, подхода Грота Пыпин видел в беспристрастии. И, напротив, Пыпин требовал установить свою точку зрения, объяснить себе, чего искать в основном времени или деятелей, на основании какого критериума определять их значение. Вот. И, собственно, ценность исследования, да, Пыпином и многими его единомышленниками сводилась к нулю. Напротив, для академической науки прошлое во всей его полноте и разнообразии было тем истоком, без которого современность понять невозможно и от которого необходимо отталкиваться. Об этом, собственно, прямо писал Грот в предисловии к изданию «Державин». Если Пыпин полагал, что исследователь ответственен перед обществом настоящего, то Грот считал, что нужно отвечать перед прошлым. Да? Есть некая обязанность как бы, прошлое вот восстановить, да, вот вернуть его, да, показать его, да, воскресить как бы, его перед нашими современниками. Если Пыпин считал, что нужно исходить из актуальных вопросов и проблем, обращаясь к фактам лишь постольку, поскольку это нужно, да, для современности, то Грот призывал начинать именно с фактов. В общем, можно сказать, что тут была проблема была такая герменевтическая, да, проблема диалектики общего и частного. Пыпин предполагал отталкиваться в процедуре истолкования от общего, а Грот от частного. Таким образом, столкновение научных институций связано было не только с перераспределением денег, чинов и влияния, или с политическими взглядами ученых. Тут была более фундаментальная проблема обращения с прошлым. Соответственно, в этой связи особенно щекотливым было положение Тихонравова, который едва ли мог бы, который не мог, конечно, в этой ситуации написать отзыв на смерть Иоанна Грозного. Если бы он этот отзыв написал, отзыв был бы опубликован, отзывы на победившие пьесы публиковались. И, соответственно, все узнали бы, что Академия удостоила престижной награды именно то произведение, которое было посвящено животрепещущим вопросам, да, волнующим нацию, да, и российское общество. Это, конечно, совершенно противоречило бы тому, что, допустим, многие сотрудники Московского университета, профессором которого был Тихонравов, постоянно писали об Академии. Да? Академия выглядела бы как открытая текущим вопросом организация, достойная высокого места в национальной науке. Но таким образом получилось бы, что Тихонравов как бы предает, да, своих коллег по Московскому университету. Да? Вот. И Тихонравов, профессор университета и сотрудник Академии наук, судя по всему, не был готов открыто поддержать одну из сторон конфликта. Он вообще очень старался как бы, так, избежать прямых высказываний по этому поводу, видимо, понимая щекотливое свое положение, и, в общем, предпочел в этом всем не участвовать. Ну, казалось бы, то есть теперь мы обратимся, собственно, к пьесе Толстого, вообще к драматургии того времени. Казалось бы, это случайность. Да? Вот так уж не повезло Толстому, что когда он опубликовал свою пьесу, разгорелся этот спор. Да? И вот из-за этого он лишился заслуженной награды. Однако, как мне кажется, тут важны разные... Можно тут как бы спор шел о разных принципах вообще исторического... о разных основаниях исторического знания, да? О том, что такое понимать историю.
И как мне кажется, этот, эти позиции, которые высказывались в рамках этого спора, они очень актуальны для понимания самой исторической драматургии того времени. В первую очередь, это связано с такой, с вопросом, о котором мы очень редко говорим по отношению к драматургии, да? С проблемой вымысла. Да? Я тут исхожу из такого достаточно традиционного понимания вымысла, которое восходит в Гинзбург, да, и которое часто встречается в современных работах, что вымысел – это как бы некая конвенция между автором и читателем. Да? Вот. Вот читатель должен взять некой конвенции воспринимать то, что описано в произведении, как вымышленное или как достоверное, в зависимости, да, от того, как эта конвенция работает. Да. Собственно, и в связи с историческими пьесами, соответственно, возникает вопрос о границах вымысла. Да, о том, что, собственно, автор исторической пьесы может придумывать, да, что он способен, как бы, вот, изобретать, а что он должен почерпывать из собственных исторических каких-то источников. Здесь, как мне кажется, вот историческая драматургия XIX века может нам, людям века 21-го, показаться довольно необычной, странной. Мы все все-таки, как мне кажется, привыкли к альтернативной истории, да, к каким-то фантастическим произведениям. И, в общем, мы привыкли к тому, что писатель, если это художественное произведение, может выдумать все, что угодно практически про историю. Но в середине XIX века считали по-другому. Судя по всему, в очень высокой степени исторической драматургии была присуща установка на достоверность. Да? И критики, и драматурги сходились на том, что поэт может изобретать лишь те эпизоды, которые не могли отразиться в исторических источниках. Да? То есть поэт не мог придумать то, что противоречило какому-то историческому источнику и тому, что описывали, собственно, историки, да, в научных исторических работах. Судя по всему, значительная часть эстетического эффекта исторической драмы состояла как раз в том, что она была способна как бы дополнять, быть более наглядным, да, историческое повествование, ну, научное историческое повествование. Образованная публика должна была различать вымышленные и невымышленные эпизоды и оценивать, насколько убедительны, так сказать, да, взгляды ученых, представляемые на сцене. А с другой стороны, зритель необразованный, да, должен был выйти из театра более просвещенным человеком, просто узнать, да, вот что происходило в прошлом, да, что было тогда. Собственно, драматургия оказывалась таким образом как бы аналогом исторического исследования, обращенным к читателям, которые не читали научной литературы. Именно так ее функцию определил Островский в своем произведении «Записка о положении драматического искусства в России в настоящее время». В общем, ничего уникального в этой точке зрения нет. Очень многие драматурги действительно именно так и думают. И, собственно, если мы посмотрим, какие исторические пьесы подавались на Уваровскую премию, мы увидим, что их авторы постоянно подчеркивали, что их произведения не вымышлены, да, что в них описано то, как было в истории на самом деле, так сказать. Это особенно заметно на уровне паратекста, то есть предисловий, примечаний и так далее. Самые разные писатели, да, и крупные вот писатели-профессионалы, и никому неизвестные литераторы, да, которые пытались прославиться благодаря премии, с одинаковым упорством стремились объяснить, откуда они позаимствовали те или иные сведения об исторических лицах, событиях и обычаях той или иной эпохи. Да. Например, Ложечников в пьесе вставлял сноски, ну, знаете, как в научной статье, да, вставлял сноски на историю государства российского Карамзина. Да. Розен, который, да, драматург как бы более ранней эпохи, который еще в то время, во время Уваровской премии, еще был жив, да, и пытался в ней тоже поучаствовать, в предисловии к драме прямо написал, что ему не нравилось, чтобы он переделал эту драму, он изменил свою пьесу, да, потому что в первой ее редакции был неправильно описан боярин Бельский. Он был изображен как-то плохо, а Бельский, судя по источникам, был храбрым человеком и героически погиб. Вот, и, наверное, он уже был лучше, поэтому Розен как бы придумал себе Бельского более соответствующего источника. Да. Вот. Писемский приложил к своей пьесе «Екатерининские орлы» перечень источников, причем включил туда интересным образом разные мемуары и записки, да, людей, вот, которые помню еще 18 век, включая даже семейную хронику Аксакова, которую Писемский, видимо, считал вполне достоверным произведением. Ну, я, в общем, могу легко умножить примеры, их очень много, да, действительно, вот их десятки, на самом деле. Вот, но так или иначе, драматурги пытались убедить, как бы, академиков в том, что они не просто выдумывают что-то о прошлом, да? Вот, ну и, собственно, если мы посмотрим критику того времени, там
позже требования, если мы выдвигаем, но я об этом еще скажу. Наиболее типичным, как мне кажется, представителем вот такой достоверной как бы, драматургии был, конечно, Островский. Да? Я рассмотрю один пример. Недавно появилась, 3 года назад появилась книга такой исследовательницы, которую зовут Марсия Моррис, «Writing the Time of Troubles. False Dmitry in Russian Literature». И в этой книге исследовательница пишет про пьесу Островского «Дмитрий Самозванец» и Василий Шуйский. Она пишет, что Островский отступает от исторических фактов и вводит в свое произведение аллюзию на современность. В чем это аллюзия? Там показан суд над Василием Шуйским, да, над боярином, суд, который организует Дмитрий Самозванец. И он, Дмитрий Самозванец, он не может сам приговорить боярина к смерти, вернее, не хочет, он может, конечно, но не хочет приговорить боярина к смерти, и хочет, чтобы это решал как бы, коллектив. Да? И, собственно, вот в современной работе это трактуется как сознательное как бы, отклонение от реалий смутного времени. И аллюзия на судебную реформу Александра II, да, 1964 года. И таким образом да, из этого делается вывод, что как бы, Островский представляет настоящее как повторение прошлого. Да? Ну, может быть, для современного специалиста в области истории Древней Руси действительно эта сцена в пьесе неправдоподобна. Да? Но для историков времен Островского это было абсолютно правдоподобное описание. Например, историк Костомаров писал следующее. Надо обратить внимание, что суд над Шуйскими был совершен боярами и выбранными из всех сословий. Следовательно, Лжедмитрий сильно рисковал тогда, придавая собственное дело на обсуждение нации. Да, то есть, по мнению Костомарова, там сама нация высказывалась, да, по поводу барина Шуйского и Лжедмитрия. Да. И Островский в этом смысле как раз не искажал реалии. Да, и вообще он был даже более сдержан, чем Костомаров. Да, то есть, вот, по мнению Островского, это все-таки было... Понятно, что на самом деле Дмитрий ничем не рисковал, и на самом деле бояре сами очень боятся Дмитрия, как раз, да, не дай бог, с чем-то с ними согласиться. Да, они очень, они, вот, то есть там как раз получается, что риска не было, в отличие от мнения Костомарова. Да. То есть таким образом мы видим, да, что Островский не пытался не искажать источник. Более того, если мы посмотрим на черновики пьесы Островского, то мы видим, что там есть выписки натуральные публикации документов того времени. Те же самые выписки, которые цитируются и в работах Костомарова. В общем, таким образом понятно, да, что Островский как раз ориентировался на такую, как тогда понималось, научную историю. Почему он так думал? Это мы узнаем, в частности, я думаю, в финале пьесы. Да? В финале вот, пьесы Островского Дмитрий Самозванец, там появляется боярин Голицын и произносит такой монолог. Крамолой сел Борис, то есть Борис Годунов, а Дмитрий силой. Обоим трон московский был могилой. Для Шуйского примеров недовольно, он хочет сесть на царство самовольно. Не царствовать ему на трон свободный, садится лишь избранник всенародный. Что мы видим? Да? Интриги в верхах, разрешение вопросов власти путем насилия и обмана, отчужденность трона от народа. Все они приводят к катастрофическим последствиям для государства. И в первую очередь, конечно, угнетение именно того самого народа. Как мне кажется, Островский, собственно, пишет о том, что это угнетение, оно как бы и продолжается. Да? Что это угнетение, оно со времен смутного времени, оно, собственно, не заканчивалось. И здесь у него был очень важный факт, который, опять-таки, как считали люди времен Островского. Да? Дело в том, что во времена Островского считалось, что именно Борис Годунов окончательно установил крепостное право. Да? Ну, это, известно, кстати, это упоминается, между прочим, в... Пушкина, да, в Борисе Годунове. Вот, и, собственно, во времена Островского это хорошо помнили, да, и это как раз в его пьесах исторических обычно упоминается. Я сейчас уже, отчасти из-за недостатка времени, я сейчас не буду говорить подробно, но, в общем, если мы сравним пьесу Островского, вот Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский с другими историческими пьесами Островского, мы увидим, что он изображает одни и те же проблемы, которые как бы повторяются, да, на протяжении российской истории. Они, вот, и это какие проблемы? Это те самые. То есть это угнетение народа, да, которое находит высшее соображение в крепостном праве, но не только в нем. Да, там это также и угнетение, например, женщин, да, для Островского, на самом деле, гендерные вопросы очень важны. Да, ну, это эпоха споров об эмансипации, конечно, важны. Да. Вот, да, значит, это... суды такие вот абсурдные, да, как бы, там постоянно мотив пьесы Островского такой как бы неправедный суд, да, вот, вот видите, вся власть не может никого достойно судить и так далее.
И у Островского получается, что, собственно, это все повторяется как бы из века в век. Да? Это как бы такая традиция, восходящая к смутному времени. То есть, по мнению драматурга, существует действительно прямая связь между прошлым и настоящим. Но связь эта, она возникает не потому, что есть какое-то такое, ну, символическое, да, какая-то связь, что вот, допустим, власть всегда такова, да, вот, что ничего не меняется, в принципе. Нет. Эта власть возникает потому, что в эпоху смутного времени сложилось российское государство, да, в своем современном виде, по мнению Островского. И как бы, и поэтому, собственно, основы как бы этого порядка, они повторяются. И, собственно, по мнению Островского, видимо, можно, на это есть намеки, да, как раз вот эта эпоха как бы угнетения, эта эпоха постепенно приходит к концу. Это, конечно, не случайно, да, это исторический пьес Островского начинает появляться как раз после отмены крепостного права. Да? То есть вот как бы российское государство, по мнению Островского, как бы перестраивается. Вот эти принципы, так сказать, тотального угнетения, на которых оно строилось со времен Годунова, да, они постепенно начинают уходить в прошлое. Вот. Я сейчас не буду уже подробно, но мы это можем видеть в его пьесе, например, «Воевода» или в пьесе «Горячее сердце», где действие происходит сравнительно недавно. Да? Вот. Но, тем не менее, ситуация там очень похожа на Дмитрия Самозванца и Василия Шуйского. Здесь я вспомню такого известного исследователя Лайонела Госмана, который вот пишет о французских историках романтического типа. И он пишет, что он применяет к ним известное разграничение метафоры и метонимии, которую он заимствует у Икапсона. Что там у него получается, что исторический нарратив может быть метонимическим и метафорическим. Метонимический нарратив – это когда прошлое и настоящее связано причинно-следственными связями. А метафорический – это скорее какие-то символические как бы, повторения. Да, вот. То есть они похожи, да, прошлое похоже на настоящее, потому что история повторяется, да, не потому что прошлое как становится причиной настоящего. И я вот думаю, что как раз это разграничение можно применить и к русской исторической драматургии. Островский в этом смысле, это, конечно, яркий представитель драматургии, так сказать, метонимической. У него прошлое связано с настоящим причинно-следственными связями. Да? Наследие смутного времени продолжалось и воспроизводилось в основных политических институтах России, да, со времен Годунова. Да? Это крепостное право, тираническое угнетение человеческой личности государством, бесправие женщин, расслоение общества, да, и так далее. Теперь эта длительная эпоха заканчивается. Пора осмыслить это прошлое. Напротив, по сравнению с Островским и большинством его современников, совершенно уникальна позиция Алексея Толстого, да, которая с его современников его как бы изумляла. По смерти Иоанна Грозного, да, в этой трагедии, речь идет не о прошлом, как таковом, речь идет о вечном, о том, что никогда не меняется. Это очень ясно выражает библейский эпиграф есть. Да? Там библейский эпиграф, он про царя Навуходоносора, библейский. Да? Значит, а пьеса про Иоанна Грозного. То есть получается, что как бы Иван Грозный, но Навуходоносор, они руководствуют, ну, у них одни и те же, в общем, примерно проблемы, да, вот, собственно, и это проблема, это проблемы власти, да, абсолютно, да, вот абсолютно власти, чем она может так быть ограничена. Собственно, и как раз в пьесе Толстого, да, мы видим как раз совершенно конкретные аллюзии, да, на историческую современность на 60-е годы. При этом герои во времена Ивана Грозного спорят, например, о протекционизме в международной торговле. Ну, как, проблема все-таки скорее середины 19 века. Да? И дело здесь не в том, что пьеса должна стать более актуальной. Дело в том, что как бы, природа этого конфликта, по мнению Толстого, она как бы вечна. Да? Это то, что происходит всегда. И соответственно, Толстой, конечно, не считал значимой историческую достоверность своей пьесы. Что его интересует всегда вещь, да, не то, что не какие-то низменные, так сказать, факты. В итоге пьеса его, это поражало современников, и сейчас мы это как-то на это, по-моему, меньше обращаем внимание. Пьеса его с исторической точки зрения абсолютно неправдоподобна. Да? Там, собственно, в финале Борис Годунов убивает Ивана Грозного. Да, ну, то есть, что, в общем, абсурдно, да, это и сейчас, да, невозможно, и тогда невозможно. Вот. И собственно, в этом смысле, да, Толстой, естественно, пишет трагедию. Да, Островский пишет исторические драмы, Толстой пишет трагедии, которые, как бы, посвящены вот вечным. Вот. И, собственно, что мы видим? Островский в своих пьесах ориентируется на то, на достоверность. На фактическую достоверность, да, на конкретную. Он цитирует документы, он изучает эти документы, он повторяет то, что пишут историки того времени.
Напротив, Толстой пишет о том, что вечно, и о том, что, и о том, почему это вечно актуально для современности. И здесь, как кажется, мы видим в некотором смысле тот самый конфликт, что конфликт между академией и университетом. Да? С одной стороны, можем достоверно воспроизводить исторические факты, как бы, да, отвечать, как сегодня, перед прошлым, да, и вот, за то, чтобы его верно понять, это прошлое, верно его воспроизвести. А с другой стороны, мы можем отвечать перед современностью, о том, что важно нам здесь, сейчас, о том, что важно для современного общества, да, а не о том, что важно для людей, живших когда-то в смутное время. И, собственно, в этой связи, как мне кажется, совершенно понятна ошибка критиков, которые думали, что Академия наградила пьесы, премию исторические пьесы Островского. Потому что, по мнению критиков, действительно, тут есть некая логика, да? Тут есть некоторая связь, вот, да, между позицией Академии и позицией Островского. И в этой связи как раз очень интересно, да, что очень интересная рецензия Никитенко на трагедию Толстого. Вот этим я заканчиваю. Да? Никитенко. Это тот академик, который не согласен с большинством своих коллег. Это академик, который считает, что как раз нужно не... Который раз очень не любил эти вот фактологические исследования, любил такие обобщенные, да, теоретические рассуждения. Который как раз хотел наградить пьесу Толстого. Да? И он, да, и он, соответственно, в своей рецензии как раз доказывал, что драматург имеет право искажать историческое прошлое. Он писал, ну, вообще, это очень, рецензия Никитенко понять довольно сложно, потому что он все время пишет, что драматург должен как бы воспроизводить действительность, изображать действительность. Но под действительностью он имеет в виду не повседневную действительность, которую описывают историки, а высшую, да, в романтическом смысле, такую идеальную действительность, которую историкам постичь не дано, и дано постичь только поэту. И вот об этом он, и за это, собственно, об этом он пишет в своей рецензии. И он же пишет и объясняет свою позицию как раз ссылкой на мнение публики. По его мнению, как раз публика, да, встретила трагедию смерти Анны Грозного, да, с единодушным сочувствием и одобрением, да, именно потому, что Толстой свободно обращается с прошлым, да, и пишет о том, что актуально сейчас. Собственно, да, то есть, и более того, на рецензию Никитенко ссылались критики, которые были противниками Островского. Они буквально цитировали, Островского осуждали. Соответственно, ну и напротив, критики, которые поддерживали Островского, очень скептически отзывались о трагедии Толстого. То есть тут, как мне кажется, есть определенная внутренняя связь между вот конфликтом между университетом и Академией наук, конфликтом между разными драматургами, да, и эстетическими принципами, и конфликтом в критике, да, которые по-разному представляли себе историческую драматургию. И тут я конечно, не хочу говорить, что мы имеем дело с каким-то, ну, знаете, таким вариантом там, по Сосюру, да, который по-разному реализуется, да, вот, на практике. Я не это хотел сказать. Я имею в виду, что на самом деле вот этот спор о прошлом, о том, как оно связано с настоящим, в эпоху реформ это был один спор, да, который продолжался и в научных трудах, и в исторических пьесах, и в литературной критике. Да, и в котором, собственно, в этом споре участвовали одни и те же люди, да, которые публиковались на страницах одних и тех же журналов. Как мне кажется, вот понять, да, проблематику этого спора как раз, да, нам позволяет эта Туварбская премия. В свою очередь, когда мы обращаемся к изучению вот этих сложных, да, очень переплетенных конфликтов между учеными, литераторами и критиками, только тогда мы, как мне кажется, можем понять, да, вот как вписывается русская литература в социальную проблематику, да, в социальные проблемы этого периода. Вот. На этом, извините, я, наверное, слишком долго говорил, но как-то я увлекся, извините. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Кирилл, for such a... С языками проблемы. Thank you, Кирилл, for such a dramatic retelling of this episode, raising so many fascinating questions. We now have... Vita Somov as Kirill's собеседник, but I just wanted to point out that if during Kirill's talk or Vita's discussion you have questions, please don't hesitate to send them to me in chat and I will start a queue. Спасибо. Я тоже хочу сказать спасибо организаторам семинара и спасибо, Кирилл Юрьевич, за интересный доклад.
Я прочитала не только ваш доклад, но и главу из книги, на которой доклад основан. И прежде всего хочу сказать, что эта глава написана очень увлекательно. И в частности, я никогда бы не подумала, что вопрос о том, почему один профессор обещал, но так и не прислал рецензию, может вызвать научный интерес. Я бы, наверное, решила, что уважаемый профессор просто забыл про дедлайн, или что тоже бывает нередко, сделал вид, что забыл. Вы же приходите к выводу, что это событие, точнее, не событие, да, как и другое, более крупное не событие, не присуждение Уваровской премии пьесе Алексея Толстого, может быть увидено как результат напряженной, даже страстной полемики, которая велась в России эпохи реформ. О полемике о роли и границах вымыслов, понимании и изображении исторического прошлого. И вы показываете, что это была, в общем, одна дискуссия, да, в которой участвовали и историки, и писатели, и журналисты, и критики, и даже целые академические институты. И в такой перспективе пьесы Островского и Алексея Толстого оказываются как бы мнениями, да, репликами с разных сторон, из разных лагерей, в общекультурной дискуссии о границах исторического вымысла. Да, и вы устанавливаете таким образом корреляции между различными сферами социальной и культурной жизни 60-70-х годов. И эта эпоха предстает как единое целое. А современники оказываются, используя слово, которое обозначает мою роль в сегодняшнем семинаре, собеседниками. И методологически такое движение кажется мне продуктивным и ценным. Но одновременно здесь же у меня возникает вопрос, да, который я бы хотела обсудить. И вопрос этот связан с понятием вымысла, центральным для вашего исследования. Вслед за Гинзбург вы понимаете вымысел как установку, да, активность воображения, а не отклонение от факта. И тут я с вами безусловно согласна. Но мне кажется, что такое понимание вымысла как раз и позволяет обнаружить точку несовпадения между вымыслом в исторической науке и вымыслом в литературе, в данном случае в исторической драматургии. И если кратко, немного огрубляя, можно сказать, что историк и исторический драматург, мне кажется, совпадают, коррелируют действительно, но до определенного предела. Да? И тот, и другой работают историческими источниками, интерпретируют их, и в итоге устанавливают для себя ту или иную границу, да, между достоверным и вымышленным. Скажем, Островский максимально следует историческим документам, а Толстой считает возможным их игнорировать или даже их, им противоречить. Да. Но дальше, мне кажется, следующим шагом, да, за этим пределом, хотя, конечно, понятно, это не хронологически происходит, да, драматург, в отличие от историка, совершает еще одно дополнительное движение воображения, имеющая прямое отношение к вымыслу. А именно, он передает, да, делегирует слово повествователю и персонажу. В пьесах и Островского, и Толстого, да, говорят персонажи, а не автор. Шуйский, Годунов, Шут, Ключник, там, Сенная девушка, да, и все остальные. И тем самым писатель, драматург, да, в отличие от историка, учреждает вымышленную позицию рассказывания. И, наверное, самое краткое, но одновременно и самое точное определение этой позиции дал Михаил Бахтин. Да, непрямое говорение. Бахтин говорит, писатель – это человек, который обладает даром непрямого говорения. То есть в этом непрямом говорении автор отказывается от собственного прямого слова в пользу других субъектов высказывания. Да, повествователя, рассказчиков, персонажей. И как субъекты непрямого говорения – Островский и Толстой совершают аналогичное, или, может быть, даже одно и то же, да, движение воображения именно, несмотря на различия их взглядов на смысл истории и методы работы с источниками. Да, эти различия остаются, но как авторы, как делегирующие слово, они совершают одно и то же абсолютно усилие. Да, то есть здесь аналогия между Островским и Толстым как авторами, как историческими драматургами. Это движение, отказ от прямого слова, отличает их обоих от историка, субъекта научного знания, который позицию непрямого говорения никогда не занимает, как бы широко он ни трактовал границы вымысла и историографии.
Да? То есть в литературном произведении вымышлена прежде всего сама позиция рассказывания. Да? И в данном случае как она вымышлена абсолютно. Да? Она не находится на континууме достоверного и вымышленного. Она вымышлена абсолютно, так как в действительности ей ничего не соответствует и ничего не противоречит. Да? В действительности ее просто нет. Да? И это она возникает и длится в самом литературном произведении. Да, в результате отказа автора от прямого слова. Да, ее нет до, ее нет после, она только есть внутри. И, может быть, можно сказать, что одним из эффектов учреждения этой абсолютно вымышленной позиции рассказывания в пьесах, которые вы обсуждали, является тот факт, что обе пьесы, да, и «Смерть Иоанна Грозного», Толстого, и «Дмитрий Самозванец», да, и Василий Шуйский, Островского, написаны в стихах. Да, они написаны в стихах. И таким образом, да, работа воображения и авторов, и читателей, и зрителей обеих пьес как бы свободно, без всяких препятствий, включает в себя обстоятельства, которые, опять же, являются абсолютно недостоверным, да, вне континуума. Ясно, да, что как бы мы ни интерпретировали и понимали смутное время и время правления Грозного, ни Грозный, ни Годунов, ни их современники стихами не говорили. Да? Это абсолютно достоверное, недостоверное, как бы, да, обстоятельство, которое свободно входит в работу воображения читателя и зрителя обеих пьес. Да, и вот я бы хотела обсудить этот вопрос. Да? Вопрос о специфике вымысла именно в литературе, в исторической драматургии в данном случае. Да? То есть мой комментарий является не столько возражением, сколько приглашением как бы к дальнейшему обсуждению именно этого понятия вымысла. Да, и мне кажется, что аналогии, корреляции, сходства, пересечения связи между исторической наукой и литературой, которую вы устанавливаете и описываете в вашей работе, да, как раз, может быть, и позволяют четко поставить вопрос об отличии, на мой взгляд, принципиально, между вымыслом в историческом знании и в литературе. Я здесь закончу. Спасибо. Еще раз спасибо. Спасибо большое, Виктория. И сейчас, наверное, мы дадим возможность Кириллу отреагировать, и я одновременно приглашаю всех участвовать в дискуссии. Спасибо. Да, спасибо. Я постараюсь как раз теперь быть покороче. Да, спасибо, это очень ценное, действительно, соображение. И да, тут действительно вот есть эта, да, проблема. Да, действительно, стиховая и так далее. Хотя надо сказать, что, кстати, интересным образом как раз они очень любили вставлять в свои пьесы цитаты из разных как раз источников, причем буквально. Да, в этом смысле, да, тут как раз мы можем вспомнить, что еще древние греки, да, писали, что как раз драматургия в лучшей степени, да, самый подражательный вид искусства, да, потому что там вот можно, речам можно подражать буквально. Да. Вот. Но, в то же время, да, тут действительно, да, действительно есть некая качественная разница, да, я с вами, конечно, совершенно согласен. Вот. Просто, ну, тут я вот очень, на мой взгляд, еще очень важная проблема, как бы, сама, в случае драматургии, она, мне кажется, в отличие, допустим, от исторической прозы, она, мне кажется, принципиально еще связана с проблемой репрезентации, да, то есть вот драматургия, она, в отличие еще от исторического исследования, как бы нам показывает. Да, вот она же рассчитана была на... Это же не драма для чтения, да, это драма для того, чтобы их ставить. Она показывает напрямую, непосредственно, да, как это было, чего, естественно, тоже не бывает в историческом исследовании. Да. И здесь, соответственно, как мне кажется, у драматурга в этом смысле действительно какой-то немножко другой тип, так сказать, воображения, да, по сравнению с историком. Но в то же время я думаю, что, ну, действительно, вот... используя эти разные типы воображения, тем не менее драматурги и историки того времени пытались во многом ответить на достаточно, ну, схожий вопрос, да, хотя и очень по-разному. Вот. И, собственно, меня вот как раз вот в моей работе меня интересовали в первую очередь эти вопросы, да, на которые они пытались ответить. В то же время, конечно, действительно может быть и другое исследование, да, посвященное тому, в чем были различия, да, и да, вот как вот эти разные типы воображения тут работают. Ну, просто вот если когда-нибудь кто-нибудь напишет такое исследование, я буду очень рад, да, и с большим удовольствием, да, его прочитаю. Но я вот просто для себя
То есть меня просто интересовала немножко другая проблема. Да? Я немножко на другом, других вопросах сфокусировался. Вот, и, ну, да, так что мне, ну, короче говоря, мне кажется, если так подводить итоги да, моего ответа, что вот действительно я совершенно не претендую, вы это ясно показали, что я не могу претендовать на то, что, так сказать, система закрыта. Да? То есть про, вот, как раз про эти проблемы еще очень много чего остается нам сказать, и мы еще много должны о них думать. Вот, и это, по-моему, хорошо. Вот. Еще раз большое вам спасибо. Спасибо, Кирилл, и Вита, и мы открываем пространство для свободной дискуссии. Пожалуйста, задавайте вопросы в чате или же можно также поднимать руку, просто и я вас приглашу. На всякий случай я скажу, что я могу отвечать на вопросы по-английски тоже. Так что если вы хотите спросить по-английски, я отвечу. Да, вот я чувствую, что люди думают. Вот Кирилл Спавата, у Кирилла вопрос. Пожалуйста, Кирилл, я... You're unmuted. Так, окей. Да, спасибо большое, я по-русски тогда скажу. Кирилл мне прислал рукопись книжки, которую я как раз читал на этом месте, поэтому, значит, за что благодарю тоже. Вот, как бы у меня такой вопрос, который как бы ведет немножко в другую сторону, да, и я не хочу никак... этим самым подвергнуть сомнению, да, то, что сделано в книжке, и никак. Просто как бы если размышлять о том, что дальше, вопрос у меня про то, как... Отчасти про это, на самом деле, в книжке есть в других разделах, как именно на этом фоне, на фоне всей этой истории полемики, академия, университет, профессиональной историки, как именно вы понимаете, как именно мы понимаем, да, собственно, работу литературной формы, да, то есть как бы вот у нас есть данные в этой истории, у нас есть трагедия, историческая трагедия, да, и в книжке вы говорите про Бориса Годунова и другие прецеденты, да, то есть мы понимаем, что сам жанр трагедии, сама форма трагедии, она как бы в этот момент не берется из ниоткуда, и как мы понимаем вот эту работу этой формы, да, которая уже как бы есть до полемик, да, и в каком-то смысле понятно, что конкретные произведения уже читаются, проецируются не только на на разные полемики, но и на эти формальные ожидания. Такой бы я вопрос поставил. Да. Спасибо. Ну, на самом деле, тут тоже же интересно, потому что люди очень по-разному, да, понимают, собственно, эту форму, что она, собственно, дает. Я действительно об этом не сказал, но там есть как раз у Островского одна такая, по-моему, интересная подробность. У него в черновиках вот этой пьесы про Дмитрия Самозванца, там у него есть несколько планов, да, какие-то наброски, да, вот. Там план, ну, действия. Да, не знаю, там первое там действие, не знаю, там царский двор, там второе, там еще что-то, да, и так далее. Вот, ну, текстологи, они давно распределили все эти планы и поняли, как там все это шло, да, и как он придумывал по очереди, а один план у них никогда не вмещался, он совершенно вообще не похож на то, что в итоге в пьесе написано, и на один из ранних планов тоже не похож. И на самом деле это план Бориса Годунова Пушкина. Да, вот, то есть Островский совершенно буквально, вот он вот в черновик своей пьесы, да, записывает план Бориса Годунова-Пушкина, видимо, потому что его явно это, ну, интересует как раз, как это сделано. И, видимо, Островского тут, как я насколько себе, по крайней мере, представляю, да, его интересует как раз вот, как бы, как Пушкин включает вот как раз да, в сценарий, если угодно, да, это вот драматическое, да, вот драматическую конструкцию, он включает как раз какие-то описания, ну, вот, прошлого, да, тут какие-то,
ну, сведения, так сказать, о прошлом. Вот это очень показательно, да, что, собственно, на самом деле, я, так сказать, тоже как-то долго не обращал внимания, что там же в Борисе Годунове у Пушкина действительно, собственно, дворянин Пушкин, да, произносит, он как раз же рассуждает как раз про Юрьев день, да, день, когда последний день, когда можно было крестьянам переходить с другого, с земли на землю, который отменил Борис Годунов, как считалось тогда. Вот. И вот я думаю, что Островского как раз интересовало, вот я так, насколько себе представляю, да, как можно создать такую композицию, в которой можно вот включить, да, в это драматическое действие, не вот эти исторические факты, а не в том, что уходит персонаж, который начинает рассказывать, да, со сцены про исторический фон, а вот как бы так еще неестественно, да. А Толстого, который, для которого тоже, естественно, образец Пушкина был очень важен, я думаю, в первую очередь, интересовало как раз вот это трагическое, да, такое вот глубинное, да, движение. Да. Он как раз хотел, ну, вот как раз Илья, вот, у нас перед нами специалист по этому вопросу, да, его интересовала такая вот, трагизм такой глубинный, да, открыть как бы, исторических событий, которые вечны, да, и которые не изменяются. Вот. То есть я думаю, что на самом деле это как бы два очень, в романтическом понимании. Да? Вот. И тут, я думаю, как бы просто две таких абсолютно разных как раз использования вот этой традиции. Да? Сами в некотором смысле можно сказать, что они оба как бы конкурируют, да, за то, кто из них, так сказать, напишет нового Бориса Годунова, да, Островский и Толстой. Вот. Но при этом, собственно, старого Бориса Годунова они понимают диаметрально противоположным образом. Вот в этом все и дело. Вот. Я думаю, что для Островского это вообще как бы не трагедия. Собственно, на Борисе Годунове же нигде не сказано, что не написано даже там, трагедия. Вот, как мы уже интерпретируем, что это трагедия. Вот, я думаю, что Островский просто не понимал его как трагическое произведение. Думаю, он воспринимал как что-то типа исторической хроники. Да? Вот. Ну, вот как у Шекспира, примерно, да, исторические хроники. Я думаю, это примерно так. Я, может быть, с общего позволения тогда... Извините, Илья, тут еще вот Виктория хотела знать, почему... А, да, да, Виктория, пожалуйста. Спасибо большое. Слышно меня, да? Спасибо большое за замечательный доклад, Кирилл. И у меня действительно есть вопросы, но мне очень трудно их сформулировать, потому что вы затрагиваете так много интересных для меня тем, и они все такие проблематичные, ну, как бы многосторонние, что я даже не могу схватить за хвост мой вопрос, но я попробую немножко. Меня интересует ваша главная тема – понимание истории, что такое история, да, и как она связана с обществом и с развитием общества вот конкретно в этой исторической ситуации. И в частности, когда вы говорите о разнице в, так скажем, либеральном, демократическом, консервативном видении этой проблемы, да, я вот остановлюсь на консервативном, потому что я сейчас этим занимаюсь, и мне очень интересно, что же там такое получается. Да, то есть, с одной стороны, мне кажется, что как бы вы говорили, что консервативной части этой полемики представлялось, что история, она должна, или историк, он должен быть представителем интересов государства. Да? То есть вы говорите, царь говорит о том, что реформа науки должна осуществляться в том смысле, что наука должна быть полезной России, да, то есть как бы России, понимаемой как синонимом, можем сказать, государства, да. И в этом смысле вопрос, как, в общем-то, должна строиться эта самая полезная для государства история, да, то есть в чем заключается смысл исторического познания, исторического метода? Это как у Островского какое-то историческое исследование и потом заполнение воображением лакуны. Это одна модель. Да? Другая модель, которую вы предлагаете, это вот модель Толстого, когда драматург основывается на каких-то вот прозрениях о вечном, да, вечные проблемы, и тогда они оказываются каким-то способом связанными современности. И кажется, что вот в лице, например, Маркевича, да, как вы сказали, близкого друга Толстого, вот этот толстовский взгляд на историю подходит русскому вестнику, скажем так, и Каткова, да, потому что это совпадает с их взглядом на искусство. Искусство должно быть таким искусством для искусства, и оно должно открывать какие-то вечные истины. Да?
А с другой стороны, ну что же тогда получается с историей, потому что это опасно. Такая вот, такое понимание истории, оно какие-то задает слишком современные вопросы, оно может быть, да, каким-то, ну, ну, я не знаю. В общем, меня интересует, как же, собственно, должна была в этой группе, да, в консервативной части полемики мыслиться история, потому что, делая ее такой академической дисциплиной в современном понимании, как мы сейчас понимаем, да, когда можно задавать вопросы, когда ученый независим, когда истина рождается в споре, это становится опасным, потому что государство, если история должна быть полезна государству, то государство понимается как что-то такое неизменное. Да? Вот сейчас государство именно такое. И любое отклонение в сторону – это уже полемика ненужная. Да? Вот меня интересует как бы реформа, с консервативной точки зрения, реформа образования, она должна была запретить все это, излишнюю академическую свободу. Да, все эти излишние интерпретации истории с различных там, я не знаю, неудобных сравнений там с предыдущими периодами или с современностью. Mm-hmm. То есть как вообще вы думаете, они мыслили историю? Mm-hmm. Что такое исторический метод? Мне очень сложно это выразить, потому что мне слишком... Я понимаю, да. То есть, мне кажется, проблема главная была у них в том, что такое историческая истина. Да? Вот, и, собственно, и по каким критериям мы можем назвать что-то истиной, а можем назвать что-то неистиной. То есть у них была скорее разница не в том, что вот есть истина, есть типа, ну, правда или неправда, да? А вот есть истина историческая, а есть как что-то, что как бы неважно. Ну, то есть, я не знаю, вот когда мы там читаем документ, да, у нас вот истина, мы можем найти в нем что-то важное, да, можем найти там, я не знаю, особенности, там, как автор ставит запятые, да, если мы не интересуемся историей пунктуации, у нас это мало, да. Вот. Так вот, собственно, у них была проблема, что такое истина. И как раз вот спор, мне кажется, либеральных и демократических историков очень часто показывает, что истина, как бы, у них были очень большие проблемы с тем, как бы, к чему эту истину привязать. Вот истина – это для кого она истина? Да? Вот как бы, либеральные историки говорят, допустим, для современного общества, да, или для русской нации. Да? А демократические говорят, кому вообще это все нужно. Да? На самом деле это не помогает там, бедным, страдающим людям. И вообще, что об этом спорить? Да? Это какая-то ерунда. И вот я думаю, что для как раз консервативных авторов, типа Каткова, мне кажется, истина, как раз у истины был как бы гарант, да, это как раз государство. Вот, то есть, как бы, вот государство, да, это что-то такое вот неизменное, да, что позволяет точно фиксировать, задает какую-то систему, ну, тут координат, да. Вот государство может сказать, вот это истина, да, и вот все, хватит спорить, это истина. Вот, теперь от этого будем отсчитывать. Другое дело, что государство, естественно, не может кому угодно это право, как бы делегировать это свое право. Да? И государство предоставляет право решать, что такое истина, только избранным. Да? Вот, то есть, например, как раз, не знаю, какой-нибудь гимназический учитель будет там, да, рассуждать с гимназистами о том, что об исторической истине, это с точки зрения такого недопустимо. Да? А вот если академик, член Академии наук, будет это делать, это совершенно другое дело. Да? Вот. И у Каткова он всеми пишет как бы, в своих статьях о достоинстве Академии, о ее важности, потому что Академия – это не просто потому, что академики, они умные, много знают, да? А потому что им государство делегировало это право вот, решать. И они поэтому должны вот как бы, да, об этом думать. Вот, мне кажется, вот, если я правильно понял ваш вопрос, да, то вот, мне кажется, в этом. Да. То есть, с одной стороны, академики могут достичь этой истины, потому что только они обладают необходимой квалификацией, да, но с другой стороны, эта истина будет совпадать с тем, что заложено в государственной идеологии и политике, да, потому что иначе быть не может. То есть истина у них такая неисторическая. Катков, он же, как мне кажется, он до конца жизни никогда не ушел от своего юношеского увлечения Гегелем. Да? И для него государство – это тоже форма бытия истины. Поэтому как бы, есть вполне логичная связь между, да, государством и наукой. Да? Вот. Как у Гегеля. Да? Да? Катков – это же был человек, который Белинскому Гегеля пересказывал. Да? Я думаю, тут в этом дело. То есть для Каткова здесь действительно государство и истина – это внутренне связанные категории. Вот, что, как бы, мне кажется, нам в нашей, так сказать, ну, наверное, скорее либеральной или демократической модели, ну, уж явно не Катковской, очень сложно понять. Вот. Хорошо, спасибо большое.
Спасибо. У меня, значит, вопрос от Сергея Богатырева, я прочитаю. Какова была позиция университетских и академических историков в дискуссии, о которой вы говорили? Фрэнсис Недеркотт пишет, что российские историки сами считали, что их работа была близка к литературной деятельности с точки зрения просветительства и формирования общественных идеалов. Спасибо. Да, ну спасибо за вопрос. Сложно. Это очень большой вопрос, я так сходу не могу ответить. Но если вкратце, да, то нет, да, конечно, российские историки, да, многие российские историки так считали, но не все. Да. Про это есть, там очень есть такой пример. Ну, например, Костомаров считал, да, вот Костомаров, который как раз единомышленник Островского во многом, конечно, считал, он, собственно, и он и литературные произведения писал тоже, да, вот, и научные его литературные произведения явно во многом перекликаются, да, разумеется. Вот. В то же время, вот как раз-таки члены Академии наук многие так не считают, да, и для них была, как раз, довольно большая тут разница между вот, литературой и, так сказать, наукой с точки зрения, в том числе, просветительства. Там, и вот, ну, из того, о чем я говорил, я об этом, я о чем я писал, я как раз не говорил, но там есть очень характерный эпизод, например, там дело в том, что там было столетие со дня смерти Ломоносова еще, о чем я просто не успел сказать. Там был, ну, сейчас очень честный спор насчет вот того Ломоносов, какова его-то роль, да, и как раз, и там у них были разные исторические исследования, тоже очень характерно. Вот сотрудники университетов, да, они посчитали Ломоносов, просвещение, вот, да, что Ломоносов это великий просветитель, как бы создатель университета, российского университета, на самом деле, да. А члены Академии наук, у них была совершенно, там была другая трактовка, да, у них как раз получалось, что Ломоносов как раз это вот человек, который, как, ну, сегодня государство, ну, как бы, которые во многом познают истину, да, по такому госзаказу, да, вот это, вот там нет, очень редко акцентируется в академической факте, когда это позиция просветительская, да, и очень, для Ломоносова, как бы, с их точки зрения, не важно. И там, вот, про это, на самом деле есть очень внушительная научная литература, есть такая исследовательница Соболева, вот, и, да, уже довольно давно она, старая, советская, исследовательница, но, по-моему, это очень много интересного в ее работах. Есть тоже советская исследовательница Эймонтова, вот у нее как раз про общественные функции университетской науки очень, очень много написала. Вот, вот я могу только, то есть, вот я рекомендую посмотреть их работы, там действительно просто вот фактов, да, это такие старая советская школа, да, там очень много фактов, которые мы можем как-то использовать, да, и в работах приводятся. Вот. То есть, короче говоря, если вкратце, то у них не было единой позиции, вот эта проблема просвещения тоже была темой дискуссии между университетскими и академическими учеными. Спасибо, Кирилл. Есть ли еще вопросы? Я просто не знаю, в какой момент позволить самому себе задать вопрос. Это такое, оказывается, довольно странный психологический эффект самолегитимизации, психополитический эффект самолегитимизации. Я, пожалуй, наверное, спрошу, потому что я не вижу сейчас... вот у Энн, я зачитаю вопрос Энн Лансбери, который только ко мне пришел. And pishet, I would be interested to hear more about how your work bridges the divide between archival and theoretical approaches. В скобках, новые концепции, новые факты должны не противоречить и дополнять друг друга. Значит, цитата. Кирилл, пожалуйста. Ну, да. Ну, это, по-моему, как бы, мне кажется, ну, как просто. То есть, ну... То есть мне кажется, что, грубо говоря, ну, эта проблема может быть в первую очередь актуальна для российской современной науки, да, не знаю. Но это, мне кажется, что не только, да. Что вот у нас есть очень много, грубо говоря, исследователей, которые хорошо разбираются, ну, вот факты, да, которые, вот, ну, не знаю, вот, спросите человека, как найти там цензорский отзыв на пьесу, да, и мгновенно узнаешь абсолютно исчерпывающее описание, куда пойти, да, вот что посмотреть, сразу найдешь. Да. Вот. Это, да, и вот есть такие, у нас много таких специалистов. И в то же время есть, как бы, у нас специалисты, да, которые занимаются проблемами, как бы, теоретического как раз какого-то вот, смысления. И для меня, вот, и это разные люди обычно.
вот, по крайней мере, в российской науке, да, один человек много чего знает, а другой как бы пытается как-то интересно интерпретировать. Это всегда очень грустно для меня. Вот, это двойственность, да. Вот, и я как раз, ну, ценю авторов, которые не свойственны вот эта такая узкая специализация. И, на мой взгляд, это такая, в чем-то проявляется. Ну, вот, например, да, вот, собственно, Уваровская премия. Ведь, понимаете, что Уваровская премия существовала, это же всегда все знали. Это, ну, как бы, это очень широко известный факт. Если мы, например, посмотрим в Википедии статью про Островского, ну, в русскоязычной Википедии, там написано, что Островский получил премию за пьесу «Гроза», там, да, это, там все известно, да. И совершенно не было секретом никогда, ну, для тех, кто интересовался вопросом, да, что есть архив этой премии, что он хранится в, ну, в архиве Академии наук в Санкт-Петербурге. Это очень легко найти, да. Но никто этим всерьез не занимался, да? А почему? А потому, мне кажется, что в таком вот как раз традиционном, с точки зрения такого традиционного, ну, фактологического, да, подхода, это очень скучно, там ничего важного такого нет, да? То есть, ну как, ну там какая-то переписка каких-то ученых, да, такая в основном деловая, официальная, там вот пишите, пожалуйста, отзыв, там, да, хорошо, вот, а нет, не пришлю, да, вот, ну вот, такого рода, да, вот, то есть это как бы скучно, и тут, вот, а когда, если мы пытаемся, ну, я в меру своих сил, да, понятно, сколько я могу, да, да, начинаю думать об этом в рамках категории, ну, допустим, экономической критики, да, ну, начинаешь задумываться, например, а как вот финансово, да, это работа, да, откуда они брали деньги, как эти деньги распределялись, да, вот, какие там были проблемы с распределением денег. Или, например, если начинаешь думать об этом в рамках, ну, такой критики, ну, как бы канона, да, начинаешь думать, а почему вот не вот там на пьесу, на премию было подано больше 200 пьес за всю ее историю, да? Вот, а вот как бы и совершенно очевидно, да, вот когда читаешь, что некоторые пьесы написаны так, что они могли ее получить и получать, да, а некоторые не могли. Да, но вот почему? На самом деле. Это вот как бы нельзя же говорить, что одни лучше, а другие хуже. Они не хуже, они просто другие. Да? Вот какие-то, они написаны каким-то другим правилам. И ты начинаешь думать, вот какие, вот что такое наше представление о лучшем, да? Что такое наше представление о худшем, что такое с нашей точки зрения или с точки зрения экспертов, вот хорошее художественное произведение. И тут мы, конечно, сразу приходим к проблеме канона, да, и как этот канон формируется, да, как это связано с развитием эстетической мысли, да, с какими-то социальными проблемами. Да? Почему, например, вот почему вот среди победителей конкурса не было женщин ни разу, да, вот, и, потому что, ну, можно, вот, да, тоже начинаем думать, а почему, да, оказывается, что женщины вообще пытались участвовать в этом конкурсе ровно два раза, из 200 пьес две написали женщины, да, тоже, почему, мы начинаем думать, да, вот, то есть, оказывается, не то, чтобы женщинам не давали, да, они не посылали, да, и не пытались даже получить премию, почему, это тоже, да, сразу тоже возникает куча вопросов, и вот с такой точки зрения, казалось бы, скучно, материал начинает становиться интересным, да, то есть, мне кажется, даже, вот, ну, что же, вот, то есть, мне кажется, вот так это и работает, да, то есть, вот, ты смотришь на архив, архивные материалы, да, с каким-то новым взглядом, потому что взгляд твой обогащен как бы, ну, с каким-то пониманием, да, проблем, которыми интересуется современная наука. И что-то сразу вдруг видишь, да, какие-то, что-то интересное сразу тебе открывается. Вот мне кажется, так. Ну, это, мне кажется, как бы очевидно. Спасибо, Кирилл. Валерия, I will unmute you. Да, спасибо большое, и спасибо, Кирилл, за прекрасный доклад. Я хотела спросить у вас, существует ли некоторая связь между вот этой проблемой достоверности и сценической популярностью этих произведений? И отражаются ли вот эти дебаты, которые происходят в сценической истории, в истории постановок, mm-hmm. и mm-hmm. как это вообще происходит? Да, спасибо. Спасибо. Я сразу должен сказать, что все в моей книге мало, это, ну, меньше, чем хотелось бы, это театр. Да? Вообще про театр там есть в некоторых главах, там периодически заходят вещи в постановках, это как бы играет важную роль, но в некоторых главах. Но все-таки, конечно, по-хорошему нужно было бы больше.
А вообще, ну, все как бы, ну, невозможно. То есть она не так слишком большая, на мой взгляд. Это было бы, ну, чудовищно. Если бы я еще про театр столько же написал. Вот. Представьте, никто бы никогда не смог. Вот. И вот, так что, конечно, про это много я трудно сказать. Но тут, мне кажется, как раз, я думаю, похоже, что это было связано с такой проблемой, кто... Естественно, проблема, кто будет играть Ивана Грозного. Мне вот так думается. Потому что у них там был большой спор, да, в критике театральной. Кто, там у них было два основных исполнителя роли Ивана Грозного в Петербурге. И они об этом критика все время спорила. Про это есть даже целая статья известного такого старосоветского исследователя Исаака Ямпольского. Вот. И вот я думаю, да, что тут как раз принцип, да, вот как мы будем изображать Ивана Грозного, в частности, да, будем ли пытаться, так сказать, ну, насколько это возможно, конечно, да, показать Ивана Грозного, да, как он мог бы быть, да, или мы пытаемся показать Ивана Грозного как вот такого вот, ну, не знаю, что-то вроде Макбета, да, шекспировского, да, вот такого, не русского царя, да, а вот как бы трагическую фигуру тирана. Ну, Макбет, собственно. Да, ну, на самом деле, там очевидно, да, что там есть прямые параллели с трагедией Шекспира, потому что явно к ней отсылает совершенно нарочно. Вот. Я думаю, что, в частности, вот это, вот тут вот, вот с этим спором, насчет того, кто лучше играет Ивана Грозного, это можно связать. Но я вот сейчас, правда, честно сказать, я все-таки так сходу не воспроизведу эту логику этого спора, не вспомню, кто из актеров казался им вот, более достоверным, а кто более таким, да, возвышенно трагическим. Я сейчас просто не воспроизведу, но это можно посмотреть и поискать. Да, Вит, пожалуйста. Да. Ага. Да, я очень быстро. Кирилл, у меня еще есть два вопроса. Возникло один, наверное, довольно конкретный, а второй, скорее, наоборот, как общий. Да, и конкретно вот о чем, что было очень интересно читать о полемике, да, которая происходила в это время, и даже я как-то позавидовала как бы напряжению, да, и там и атмосфере несогласия, которая царила, и как бы страстным мнением, да, и разным мнением из как бы скандальности и радикальности этой полемики. Вот. А с другой стороны, мне иногда казалось, что позиция не настолько как бы радикальна, и что можно было бы, может быть, договориться. Например, ответственность перед прошлым и ответственность перед настоящим как бы не обязательно находятся в противоречии, да, и скорее наоборот, ответственность перед настоящим предполагает ответственное изучение прошлого, да, и чтобы понять, откуда как бы связь настоящего и прошлого, скорее стоит изучить это прошлое во всех как бы деталях, да, но вместо как бы поиска компромисса мы видим вот это как бы несогласие, скандал, радикально различные мнения. Вот как вам кажется, почему? В чем как бы корень или нерв этого как бы несогласия, ведущее как бы скандальности скорее, чем к поиску компромисса? Да, это один вопрос. И второй, наверное, такой общий. Меня очень заинтриговало название вашей книги, да, «Сценарий перемен». Мне кажется, прекрасное название, которое как бы ставит тоже методологический вопрос о том, как говорить о переменах, да, как говорить о моменте в истории, да, когда что-то меняется. Когда чего-то не было и что-то становится, да, и чего-то еще нет, да, есть вот этот момент перемен. Поскольку, мне кажется, для периодов, когда какой-то относительной стабильности, у нас есть, да, термины, конвенции, институты, жанры, да, но в ситуации, когда именно институты, конвенции и жанры меняются, встает вопрос о том, как бы, как об этом говорить. И вот... Мне было бы очень интересно услышать, что вы думаете, как бы, может быть, то есть, исходя, отталкиваясь от вашего названия, как бы есть вот эти многочисленные участники полемики, да, критики, журналисты, писатели, историки, как бы, кто автор этого сценария? Вот у этого сценария есть автор, если кто-то из них как бы обладает какой-то как бы ответственностью, авторитетом, да, или механизм перемен лежит как бы где-то еще, вот. Вставал ли для вас этот вопрос, и есть ли у вас вот, как бы вы ответили на него? Спасибо. Насчет, на самом деле, мне кажется, не связанные эти два ваших вопроса. Да, первый
значит, да, почему они так активно спорили? Мне кажется, потому что, почему они не пытались договориться? Ну, я думаю, потому что, я в части об этом пишу, они ведь на самом деле были очень неуверены в своем собственном положении, да, то есть надо понимать, что они не то, чтобы они сидели вот на такой, собственно, положение не было таким гарантированным и устойчивым, да, это у них был вопрос, спор, то есть касался того, что они очень волновались, они очень боялись, да, то есть даже постоянно происходят какие-то реформы, да, вот, они очень боятся, что сейчас, например, вот Академия наук сейчас как-нибудь так реформирует, что половина ее сотрудников не станет в Академии наук, да, это вот была совершенно реальная, как бы, опасность, да, в Российской империи был большой финансовый кризис вообще в 60-е годы, да, вот, и они могли вполне сэкономить на Академии, а могли сэкономить на университетских профессорах. Там постоянно что-то чехарда министров народного просвещения, да, то одного снимут, то другого. Вот. И они никто не знал, что там будет. Они просто очень боялись, да, они совершенно не были вот в себе уверены. Да. И это, мне кажется, во многом объясняет как бы, то спор и, так сказать, непримиримость вот, их позиций. Вот. Но... Это я имею в виду, вот, собственно, ученых. Да? Вот. Ну, что касается литераторов и критиков, там было немножко другое, но там, кстати, такой непримиримости-то не было. Да? Вот, например, судя по всему, Алексей Толстой, судя по всему, не считал Островского очень выдающимся писателем, но, в принципе, как бы терпел. Да? Вот, это как-то не выносило. Вот. А что касается вашего второго вопроса, да, конечно, это очень интересный вопрос, но для меня, мне это как раз, конечно, как раз интересно, ну, знаете, такой в стиле, не знаю, Лотмана, что ли, да, такие вот моменты, как бы, ну, непредсказуемости, да, вот как раз. То есть, вот, и, да, то есть, конечно, если мы, то есть, как бы, вот я пытался действительно это в книге показать, да, спасибо, что вы там спросили, это действительно важно. Вот есть как бы какая-то такая логика отдельного, ну, какого-то института, который по-своему, ну, как бы он сложился и продолжает воспроизводиться, ну, как положено, да, институту по теории, да, он должен воспроизводить сам себя, да, вот, да, но в какой-то момент оказывается, что он с ней вступает в конфликт с какими-то, ну, другими, да, вот, практиками, да, то есть оказывается, что один институт работает одним образом, а другой ему мешает. И они начинают как бы, вот они входят в состояние противоречия. Тогда возникает, вот, на мой взгляд, какой-то вот момент такой непредсказуемого изменения. Да? И вот здесь как раз, может быть, становится более важной как раз роль, вот, ну вот как раз, да, то, о чем вы тоже говорили, да, то есть вот вместо логики вот как бы просто воспроизводства этого института, нам нужно придумать что-то новое теперь. Да? И вот тут как раз, так сказать, вот этот человек, который придумывает, может, какой-то индивидуальный даже, может сыграть важную какую-то роль, да, вот в этот момент. Ну, такая логика, на самом деле, что-то такое Лотман об этом писал, вот, да, в своих поздних работах. Я тут, мне на самом деле всегда очень нравились поздние работы Лотмана, и я вот хотел, да, что-то об этом сказать. И да, и в частности, да, и вот, ну, я вот тоже придумал очень микроскопический пример. Ну, вот, например, вот нам, ну, пьеса какого-то автора. Мы это как себе представляем, что автор сел и написал пьесу, как хотел, да? Но вот на самом деле, если мы начинаем посмотреть на историю этих пьес, оказывается, что нет, не как хотел. И, то есть, например, там у меня есть такой немножко анекдотический пример, там был такой генерал Марков, который решил написать пьесу про то, какие были плохие нигилисты. И этого несчастного генерала Маркова переписывали все, кому не лень. Цензура, дирекция императорских театров, да, его все переделывали. И то, что вот, и в итоге эта пьеса, там получилось какое-то безумное количество вариантов этой пьесы, и, да, и интересным образом такое ощущение, что, собственно, и дирекция императорских театров, и даже цензоры понимали, что написал Марков лучше, чем сам Марков. Его, например, предупреждают, что, он приносил это к министру императорского двора, который этим всем занимался, и тут говорит, что, знаете, может, не будем это ставить, ну, плохо же будет, Марков, ну, это из переписки, Марков говорит, нет, будем. Вот, соответственно, поставили, и действительно получился какой-то позорный провал, да, и там публика была в ярости, ничего хорошего не вышло. То есть, да, вот, и, то есть, вот, то есть, вот, понимаете, у нас, вот это, мне кажется, да, то есть у нас есть некоторое представление об индивидуальном, там, допустим, авторстве, о том, какую роль автор должен играть, да, в создании произведения. У нас, вот,
И, но на самом деле, понимаете, нам не нужна вот, там не нужно, не нужно, чтобы происходило там смерть автора по Ролану Барту, да, чтобы это все разрушилось. Потому что на самом деле постоянно вот в это наш творчество индивидуального автора вмешиваются какие-то другие силы, и постоянно они, вот эти, авторская воля приходит в противоречие с какими-то другими силами, и кто победит, совершенно как бы не очевидно. Да? Вот, то есть, вот, и вот мне, наверное, хотелось просветить вот эти непредсказуемые, неожиданные ситуации, возникающие на пересечении разных институтов. Вот этого я хотел. Вот. Но спасибо, да, это очень важный вопрос. Большое спасибо. Спасибо, да. У нас буквально пару минут осталось еще для вопроса Сары Дикинсон. Какие представительницы? Да, сейчас я открою. Так, сейчас я открою. Для... Писательницы, я сейчас посмотрю. Вот. Так. Там... Да, там была такая Изабелла Гринберг, которая написала, ну, такая очень традиционная романтическая пьеса про художника японского. И была, на мой взгляд, более интересная пьеса, человека, про которого, честно говоря, ничего не знаю, это некая Михайлова, статская советница из Тифлиса. Я, честно, ничего не знаю про то, кто такая эта Михайлова, вот, хотя я, наверное, сейчас недостаточно тут искал, но уже сил просто не было. Очень, вот эта пьеса интересна, она до сих пор не опубликована, кстати. Да, она такая, она интересна. Это как бы драма семейной жизни в русской провинции, очень мрачная, очень такая тяжелая. Вот, и о том, как вот, подавляется вот, инициатива, да, и как, вот, собственно говоря, у женщины не остается никакого выбора, кроме как вот, попадать в какие-то ужасные положения. Я об этом в книжке даже немножко пишу. Вот, вообще произведение интересно. Известные женщины-писательницы интересным образом не пытались участвовать. Мне кажется, потому что они заранее были уверены в том, что проиграют. Я думаю, что почему они проиграют? Я думаю, потому что там в условиях премии были так описаны как бы, требования к победителю, что это понятно, что это должен быть гений такой романтический. Да, вот, типа Шекспир. Да? Вот. И про это есть в работе очень интересно, по-моему, в работе такой Марты Вудменси, я не знаю, может, я неправильно произношу имя, наверное, так. Вот, про искусство и рынок, да, у нее есть монография. Она там пишет о том, что категория романтической гениальности получалось, что она не распространялась на женщин. Вот женщина в романтическом смысле гением быть не могла. И я думаю, что профессиональные писательницы, которые понимали, как все устроено, они понимали, что как это сработает. Да, вот статская советница Михайлова, которая писала, в общем, писала это хорошо, своего всего, да? Но она не понимала, как это работает, и она не понимала, что эти условия оставляют ей мало шансов на победу. Вот я это для себя так объясню. Вот, то есть, короче, это какая-то очень сложная, да, такая система получается. Спасибо большое, Кирилл, и Вита, и все участники дискуссии. Было замечательно интересно. Я хочу перед тем, как заключить наше заседание, поблагодарить то, что я забыл сделать в начале, поблагодарить Jordan Center за поддержку постоянную, Сашу, которой сейчас нет, но благодарить ее все равно хочется, потому что она помогает нам во всем, Сэру, которая тоже бессменно наш руководитель и оркестратор. Вот. Ну и Кирилла, и Виту еще раз. Спасибо большое, и увидимся уже осенью. Вот, да, всем большое спасибо. Да, очень рад был всех видеть. Для меня это большая честь. Вот, Илья, можно задать себе по кулуарах один вопрос уже после этого? Есть только спасибо. Да, спасибо большое. Вот, я сейчас потрясен, что пришли какие-то люди, потому что я думаю, что никто. Что ты говоришь? Я потрясен, что пришли какие-то люди в конце июля. Вот, для нашей академии это не мысль. Нет, но я не сомневался, что придут люди. Причем пришли довольно даже неожиданные люди, например, Катерина Кларк. Да. Еще я видел, там был Натаниэль Найт, на которого, кстати, в книжке ссылаюсь как раз. На его, я у него как раз про это же, ну, не про это, но про национализм и окулисты. Да. Слушай, на самом деле, такой вообще вопрос неожиданный. Я, на самом деле, это не очень, конечно, хорошо, но сейчас, кажется, это пынь. Я очень хотел, чтобы кто-нибудь написал на эту книжку отзыв. Так. Знаете, к кому можно обратиться с такой просьбой? Да, вот рецензию какую-то.
Очень даже подумаю. Много, я уверен, много отличных кандидатов. Давай я просто тебе напишу целый список. Спасибо большое. На почту просто, да? И мне кажется, что да, обязательно надо это сделать. Но это произошло бы само собой, но я уверен. Ну, наверное, да, стоит как-то... Я, честно говоря, мне кажется, это не очень хорошо, но при этом, ну, потому что я видел, практика такая есть, что это уже ходит и поросит. Да-да-да, нет, конечно, безусловно. Безусловно. Да, я пришлю, значит, какой-то список людей. Ну, тебе кажется, что как это... Во-первых, мне кажется, что хорошо... Было бы кого-то, кто занимается, конечно, эпохой реформы. В принципе, как бы даже культурный историк, не обязательно литературовед, да? Да, как тебе кажется? Я не знаю, кого бы ты хотел? Как выглядит профиль человека, который... Давай. Слушай, ну, у меня профиль, чтобы такой... Мне хотелось бы, чтобы человек не был как бы вот специалистом, там, допустим, только по, там, я не знаю, по этике, да, и вот такому, да, то есть, чтобы у человека были интересы какие-то более широкие, чем только вот такая узкая литература видения. Это было бы очень здорово. Да. Хорошо, да, я обязательно пришлю. Подумаю прямо и пришлю. Да, вообще спасибо. Так, мне кажется, очень хорошо прошло, действительно, ты очень драматично, увлекательно все рассказал и раскрутил так про Тихонравова. Просто было невозможно, да, невозможно не слушать внимательно. Действительно было очень смешно получилось, потому что действительно получилось эту главу написать так, чтобы это был такой эффектив. Вокруг одного, эффективного сюжета, можно сказать. Да. Спасибо, да, я очень рад. Да, еще вот я забыл спросить, ты же в курсе, что у нас это самое наше нигилистическое действие ожидается, да? Ой, да, я в курсе, я совершенно забыл об этом. Это в октябре, да? Да, оно будет в октябре, да. Вот, если... Что? Я найду... На сайте Пушкинского дома есть объявление, вот, там есть. Просто если тебя это заинтересует, если ты хотя бы какую-то примерную тему пришлешь в течение там года, относительно короткого времени, я буду очень признать. Да. Ну, там никакой не заявка, там есть инструкция по заполнению заявки, но пока это был с ним, вот, хотя бы просто так, формулировку, да, ну, такую примерную. Да. Вот. Хорошо. Вот, потому что мы как бы... Да, заинтересован в том, чтобы ты там появился, мне кажется. Это будет... Хорошо, нет, я появлюсь точно, так или иначе, но с докладом или без доклада я сейчас тоже и подумаю. Спасибо большое. Спасибо тебе. Все, тогда, значит, до связи, да? Да, ладно, да, хорошо. Спасибо.